Ну, что сказать, была хорошая игра, хороший соперник, и самое главное, мы победили. Все, немножко поджали они нас в конце, но так всегда бывает, когда выигрываешь в одну шайбу. Мы выстояли и выиграли. Ожидали такой прыти от соперника? Ну, конечно, сейчас нет вообще слабых команд, тем более первые игры, они очень тяжелые. И у них это не хорошая команда, и мы всегда настраиваемся. В психологическом плане тяжело было начинать дома перед своими болельщиками? Нет, наоборот, болельщики создали отличную атмосферу, и я считаю, это нам очень сильно помогло. Было приятно играть при полных трибунах. Если говорить конкретно о вас, выглядели сегодня фактически идеально, да? Уже набрали форму полноценно? Ну, надо как бы набирать форму, да, с начала чемпионата. Мы из-за этого тренировались полтора месяца. Ну, не знаю, стараюсь приносить пользу, двигаться. Как в замене с Хрипуновым игрался? Отлично, пока у нас все получается. Нам надо дальше больше работать. Он отличный игрок, хорошо катается, и все будет нормально.